Очень голодный лис. Перевел и озвучил Камрад Эль Вабучо. Давным-давно, кажется, в воскресное утро, жил да был один очень голодный лис. Букер! Да? Я за тебя! А, прости. Начни сначала. Ладно. Давным-давно, кажется, в воскресное утро, жил да был один очень голодный лис. Я сказал один очень голодный, мать ее, лис! Ой, упс. Так лучше. Так, о чем это мы? А, вспомнил. Голодный лис решил немного подкрепиться. В понедельник он съел пиццу. Вкуснятина. Но он остался голодным. Во вторник он съел 3 сэндвича с арахисовым маслом. Но он остался голодным. А в среду он съел 3 чашки лапшички. С палочками? Еще бы. Стоп, а откуда палочки? Они оттуда. Ну ладно. Но он все еще был голодным. В четверг он съел 4 бельгийские вафельки. Но он все еще был голоден. В пятницу он съел 5 пропаренных кусочков брокколи. Стоп, но я не люблю брокколи. Так, а что ты любишь? Кокосы. Да легко. А в пятницу он съел 5 кокосов. Да! А вот в субботу, когда Букер очень сильно проголодался, он съел 1 бублик, баночку меда, 1 пинту мороженого, 1 чизбургер и целую миску с мармеладными червяками. И в ту же ночь у него заболел желудок. Как же мне хорошо. И, наконец, в воскресенье... Погоди минуту, в меня больше не влезет. Кто здесь рассказывает сказку? Ну ты. Вот именно. Не отвлекай меня от работы. А в воскресенье он съел одно спелое яблочко, и он наелся. И больше он не голодал. Ему было так хорошо, что тот впал в пищевую кому. Как только он завернулся в одеяло, словно в кокон, и уснул. Он был в пищевой коме 2 дня. Благо, все прошло без осложнений. Но как только он проснулся, то... Что? 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 Куда все делось? А сам как думаешь, куда девается еда? Конец.